Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Наталья Ксенчак. Сегодня я расскажу вам целых три поучительных истории о том, какие бывают неадекватные модели и фотографы. По роду своей деятельности я на фотосъемках, на фотопроектах работала и в качестве стилиста, в качестве фотографа, и в качестве модели, и сотрудничала с достаточно многими людьми. Конечно, со мной происходили разные интересные истории. К счастью, большая часть людей – это классные ребята, которые нацелены на совместную работу, которые готовы работать на общее дело. И, в принципе, никогда у меня не было особых проблем с взаимопониманием на рабочей площадке. Но были три истории, достаточно забавные. Я думаю, что вам будет интересно узнать об этом. Первая история – это про неадекватную модель, которая научила меня, как надо, как не надо сотрудничать с моделями. Дело было в 2015, кажется, году. Мы с Олегом проводили тогда съемки. Это был первый мой опыт организации съемки, когда я приглашаю модель, когда я подбираю образы, в принципе, продумываю какие-то позы, локацию. То есть, ну, полностью, можно сказать, занималась продюсированием. И Олег все это фотографировал. Тема была базового гардероба. Мы нашли девочку одну. Через некоторое время решила я сделать съемку в готическом стиле. Там я подобрала блузку, которую сама декорировала, то есть все продумала, и решила пригласить эту девочку. Готический стиль обычно снимается с брюнетками, потому что готика – это черный цвет, но она была блондинкой, и мне показалось, что будет интересно смотреться, когда блондинка такая в готическом стиле. И вдруг мне эта девочка пишет, что у нее конъюнктивит. Мы подумали, то есть я пригласила визажиста, и мы подумали и решили этой девочке акцентировать внимание на губы, то есть накрасить черным губы, а глаза не трогать. Наступает день съемок, ко мне домой приходит визажист, и это модель. И первое, что произошло, удивительное. Тогда у нас в гостях был один мальчик, и Олег сказал, что когда ко мне придут девчонки, визажист и модель, то они уйдут гулять. Но когда визажист и модель пришли, то этот мальчик стал только-только надевать свои штаны. То есть приветствовал он девчонок, так скажем, в труселях. Когда модель это увидела, она заистерила. «Я не пойду туда, там парни! Я туда не пойду!» Я ей говорю, ты же помнишь Олега, он же снимал, мы же на съемках были, чего, ну, что, зачем сейчас эту истерику устраивать? Ну, а ребят реально собрались, да, ну, с кем не бывает, там, мне кажется, парни, они всегда такие, что в труселях приходят кому угодно. Ну, в общем, она разостерилась, мне это уже не понравилось. А визажист нормально, спокойно прошла в комнату, стала там уже раскладывать все принадлежности. Дальше было еще интереснее. Оказалось, что эта девочка-модель пришла уже накрашенная. Вы говорите, что я ужасно крашусь, но вы не видели, как накрасилась та девочка. Такое было ощущение, что она то ли с панели, то ли пойдет сейчас на панель, потому что у нее был макияж, знаете, в стиле 80-х, когда такие голубые яркие тени, красные-красные губы, щеки такие, как свеклы намазанные, и подводка на глазах. И мы офигели с визажистом, потому что этот макияж совершенно не подходил под стилистику готическую, хотя я скидывала мудборд, и там был пример макияжа. Вот. Ну и во-вторых, она же говорила, что у нее вроде как конъюнктивит, так какого фига она глаза себе так намазюкала, непонятно. Ладно. Мы стали говорить, что давай сейчас мы сотрем этот макияж, глаза мы тебе трогать не будем, то есть сделаем все, как договаривались. Она говорит, нет, красить будете только моими принадлежностями, только то, что я принесла. Визажист стала смотреть, что у нее там в косметичке, обнаружилось, что у нее карандаш с заусенцем. Ну, то есть, я думаю, каждая девочка представляет, когда вы карандаш долго не точите, то на нем вот этот заусенчик появляется. И таким образом эта модель вполне могла себе занести заразу именно этим карандашом, этим заусенцем. Ну, в общем, история закончилась
достаточно интересно. Я попросила эту девочку уйти, сказала: знаешь, я думаю, что ты не готова сегодня сниматься, давай до следующего раза. Естественно, в следующий раз я ее уже никуда не звала, потому что с такими капризными дамами, ну, лучше дел не иметь. Вот. И, к счастью, с тех пор мне попадались только такие девчонки, которые действительно готовы на любой кипиш, на любую интересную съемку. То есть такого больше не происходило. Вторая история и третья будет про фотографов. Вообще, я думаю, вы могли слышать немало историй о том, как фотографы не отдают фотографии, кого-то приглашают на TFP съемки, а в итоге там говорят: давай раздевайся, будем что-нибудь интересное снимать и так далее. Но у меня была такая интересная ситуация. Тоже пару лет назад я увлекалась тем, что писала на городских порталах предложение о том, что я ищу фотографа, чтобы он поснимал, то есть у меня образы. Это была зима, и, значит, откликнулись несколько человек. С одним мальчиком я общаюсь до сих пор, и мы с ним провели очень много классных съемок, но вот один товарищ запомнился мне надолго. Я посмотрела, ну, точнее, тогда я еще не смотрела особо работы фотографов, это была моя большая ошибка, то есть, ну, согласился и классно, посмотрела там, что да, действительно, он фотограф, а не маньяк какой-нибудь, и, ну, и все, в принципе, достаточно. И я, значит, смотрю, у него первая фотография была, это его ребенок, такой хорошенький, лежит в корзиночке. И все, и больше фотографий я не посмотрела. Ну, спросила, сколько снимает. Он сказал: ну, 2 года. Все, окей. А была зима, дорогие друзья, и было в тот день, когда мы с ним собрались на съемку, где-то -25. Я тогда утеплилась очень хорошо, подбрала, кажется, 2 образа или 3 даже. И снимали мы с ним примерно в течение получаса. Это были те счастливые времена, когда я реально могла в такую температуру выйти только в свитере и целых полчаса сниматься, не замерзая, потом даже не болела. Сейчас я на такое вообще не согласна. В целом съемка прошла на позитивной ноте, и я думала, что все хорошо. Но не тут-то было. Когда он мне прислал фотографии, вот знаете, бывают фотографы, которые умеют поймать удачный ракурс, увидеть человека, показать человека очень красивым, даже там, у которого есть какие-то изъяны во внешности. А вот этот вот товарищ испортит любого человека. То есть я на тот момент достаточно много фотографировалась, и я знала, как правильно позировать, то есть меня в целом устраивало, как я получаюсь на снимках, но когда я увидела его работы, я там была кривая, косая, знаете, на одной фотографии, например, там, ну, все равно на холоде, да, немножко сопли текут, я там, например, так, и, ну, и он такие моменты ловил, либо я без руки, либо еще что-то происходит, то есть фотографии ужасные. Я не знаю, как так можно было фотографировать, но это, конечно, была моя вина, потому что я не посмотрела работы этого товарища. А когда я решила снова залезть на его страницу, проанализировать, в чем же причина, почему он меня так ужасно сфотографировал, у него же были нормальные снимки. И тут я заметила, что просто я плохо посмотрела. На самом деле он всех людей снимает так, то есть ловит самые неудачные моменты. И даже вот тот снимок, где он фотографировал своего ребенка, и ребеночек красиво лежал в корзиночке, на самом деле это была ужасная фотография, потому что ребенок был зеленый, такой, знаете, мертвенно-синий какой-то оттенок. То есть ребенок, как будто он не живой, а я не знаю, ну, это, в общем, было ужасно. Ну да, это моя ошибка. И, наконец, третья история, самая интересная. Я, наверное, полностью вам не буду рассказывать, я внизу лучше оставлю ссылочку полностью на историю, вы почитаете все подробности. В общем, дело было так. Был второй, наверное, или первый день, как-то я только открыла свой квартирный шоу-рум, и тут же мне пишет девочка, с которой я до этого тоже помогала ей с ее шоу-румом. Она говорит: слушай, тебе напишет Сергей, он, в общем, хочет провести съемку, он приехал не то из Владимира, не то из Иваново, в общем, помоги ему, подбери ему одежду, там, помоги провести съемку. Я такая: йоу, конечно, это же мне, ну, знакомая хорошая написала, значит, это ее хорошие знакомые, все, их надо прям по высшему разряду принять.
Я, значит, тогда напекла им оладушки. Правда, оладушки тогда ужасные получились, но все равно, понимаете, гостеприимство. Накормила их оладушками, напоила их чаем, подобрала модели, то ли 3, то ли 4 образа, ну что-то типа того. Они меня такие спрашивают: слушай, а ты завтра пойдешь с нами на съемку? А я такая думаю, мы же вроде договорились только, что я подберу вам образы, а уж одежда... Ну, мы же только вот приехали в город, мы тут редко бываем, тыры-пыры, давай проведем... А съемка была в метро. И суть-то в чем? Приходили они ко мне 31 октября, это был Хэллоуин, и мы с Олегом в коем-то веке решили сходить в ночной клуб. Естественно, дело это было не в детское время, и, конечно, домой мы пришли уже далеко за полночь, если там не сказать, что часа в 3, естественно, утром мы достаточно долго спали. Проснулась я от того, что мне звонят и говорят: ребят, давайте приходите в метро, давайте приносите одежду, съемочка, ребята, съемочка, работаем. И все это в таком духе, чуть ли не приезжаете на нашу станцию, а живут они, ну, достаточно далеко, наверное, минут 40 до них ехать. Мы говорим: нет, приезжайте лучше к нам на Горьковскую, нам тут хотя бы идти пешком недалеко. В общем, мы пришли на эту станцию. В целом-то съемка нормально прошла, то есть это потом я уже стала, когда размышлять, думаю, они очень нагло себя вели. В целом съемка проходила нормально, но закончилось все не очень хорошо. Этот молодой человек сделал мне типа, ну, такие крутые европейские снимки. Мне это самое главное, как владельцу шоурума, самое главное — показать одежду. Он мне прислал фотографии, где одежду практически не видно. То есть он мог сделать такие снимки специально для меня, для моего шоурума, что там вот у меня есть такая одежда. Нет, он сделал чисто для себя, и то это были коллажи, очень мелкие по размеру, то есть мне эти фотографии особо не пригодились. Шоурум у меня назывался «Чемодан», он написал его как «Suitcase», то есть на английский я вообще это, то есть это не мое название, не моего шоурума. В общем, мы там очень сильно поругались, мне было очень неприятно, потому что, действительно, знаете, такое ощущение, что люди приехали, хотели, чтобы вот им все на блюдечке с голубой каемочкой. И действительно, так как мне написала хорошая знакомая, то я... естественно, и хорошо встретила. Но потом оказалось, что никакие они не знакомые. То есть этот Сергей, он написал моей знакомой просто, что: привет, я вот фотограф из Владимира, не то Иваново, может быть, ты поможешь мне с одеждой. Это тоже меня научило, что надо все заранее обговаривать с людьми и все-таки знать себе цену и заниматься своими делами, если мы не обговаривали, что я кому-то что-то должна куда-то привезти, если я на это не подписывалась. Ну, а вы подписывайтесь на мой канал, если еще этого не сделали. Конечно же, ставьте лайк этому видео, если вам понравилось. Обязательно пишите свои истории, если вы попадали в ситуации с неадекватными моделями или фотографами. Ну и всем пока, с вами была Наталья Ксенчак.